Итак, всем привет, с вами Топкэм, продолжаем играть в Brother Cringe за Германию. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы сейчас будем заниматься капитуляцией Франции, потому что именно Франции нам не хватает, чтобы восстановить Германию. И все-таки исполнить мечту Бисмарка, которая нас душит с самого начала игры, все еще, которая разбитой является. Ну ничего, мы все исправим. Поехали. Как начинается британско-российская война? А, Британия решила на Россию напасть. Гениальный мув, просто 10 из 10. Британия решила, что, ну, противников не хватает. И миллион потерь, это, ну, маловато. Причем непонятно где, ну, типа в Америке 500 тысяч. Не просто вот здесь вот сражаются, господи, как отвратительно. Здесь еще, небось, снабжение ни хрена. Ну, да. Здесь не то, что нету. Здесь, в принципе, не знают, что это такое. То есть, типа, что такое есть, что такое патроны. Что такое вообще странно, за что они воюют, они уже не знают. Здесь нету просто ни одной железной дороги в радиусе, скорее всего, очень большом. Это на самом деле достаточно большая территория, так сказать. А вот французы решают, что мало они французов потеряли, надо пойти еще поатаковать. Ну, мы-то не против. Хотят нас атаковать, пускай пробуют. Жаль только, что потери вот так вот просто космически растут вверх. Все-таки меня это устроит. И после передышки они... снова атакуют. Слушайте, если так продолжится, то Франция просто потеряет все свое население. Почему я буду еще не против? Но как-то грустно. Грустно, конечно. Ну ладно, почему нет? А вот оно, смотрите. Рейнская компания. Видимо, нажали бафчик. Да. Нажны сопротивление, что? Под германское движение действительно нажны сопротивление. Проклятые католики. Они приказам папы следуют. Вот черт. Отвратительно. А мы можем с этим что-то сделать? Вообще слишком жесткие бафы. Дебафы, точнее. Что выглядит странно. Но мы, походу, ничего не можем с этим сделать. Потому что у нас нет ни одного фокуса на это. И у нас готовы первые два наших танка. Точнее, первые две танковые дивизии. Которые, господи, да, ух. Уф, я бы сказал даже. Это прям ух, а это... Да, это так, так, да. Ну что ж, Ганс фон Люк получает их в свое командование. И давайте потренируем, чтобы к этим бафам еще получить баф от обученности. А пехота успешно будет уменьшать, как сказать, решить проблему перенаселения Франции. И также сделаем отдельного танкового фельдмаршала Гудриана, чтобы еще больше подбафать все, что только можно подбафать, собственно говоря. Нам нужно, кстати, у нас чего больше? У нас, наверное, больше танков, да. У нас, потому что первая доктрина, мы можем сюда просто миллион танков запихать. Я бы сюда, наверное, еще какие-нибудь даже САУ сделал, но уже ладно. А нет, не ладно, мы начинаем делать огнеметные танки. Это у нас пойдет в поддержку, и теперь еще мы будем делать себе САУ. Я вот думаю, мы, смотрите, можем делать вот так, а можем делать вот так. То есть супер много противопехотной, либо все-таки оставить противотанковую. И по ощущению, я думаю, мы можем реально сделать вот так. Господи, что за... Отвратительно выглядит. Да. Просто чисто коробка стоит. Коробка на курьих ножках, как говорится. Поставим супер фиксированную настройку. Да, тяжелая пушка улучшенная. И в принципе это реально может поработать. А, это нельзя использовать артиллерию. Ладно. Да, такое может быть только по противотанковым танкам. Как противотанковый танк это было бы шикарно, но я подозреваю, что нам не сильно нужны противотанковые танки. Здесь все-таки боты какие-то очень дохленькие. Так что вот артиллерия, наверное, нормально. Типа вот какое-то такое чудо можно сделать по приколу. Оно супер дорогое. Но нам их нужно меньше, чем обычных танков. Так что я думаю, пойдет. Можно было, кстати, на самом деле броню еще подснизить. Вот как-то так. Нам просто не нужна такая космическая броня тоже. Хотя бы чуть-чуть стоимость снизить, что ли. Французы, да, не прекращают атаковать, у них еще есть танки, говорится, но у них, смотрите на эти танки, просто на, у них базовая атака 85 противопехоты, у меня пехоты 130, говорится, мама, можно нам панзерваффе? Нет, у нас есть панзерваффе дома это вот это, называемая ля панзерваффе, и британцы мобилизируются, так я знаю, что они мобилизируются, мы с ними воюем уже, они сильно долго мобилизируются, уже несколько лет. Да, не перестают нас атаковать, а я не против. Как бы, окей, но они реально, типа, просто сейчас все потратят уже.
У них, видимо, вместе с этим еще какой-то скрытый баф на желание атаковать. И работает он вот так, очевидно. И нас тут начали рейдить на море, потому что мы покупаем резину у американского морского командования, чтобы вы понимали, это вот эта страна. Я тут авиацию поставил, хотя можно вообще просто вот так вот перейти, потому что у нас резины собственной просто уйма и будет еще больше. Ну и да, я решил сделать как-то вот так, наверное. Нужно еще миллион, конечно же, САУ, но на самом деле 1000 это реальные числа. А сюда нам как бы нужно всего вот соточка и туда соточка. Эти цифры у нас, считайте, есть. А вот у нас еще и новые самолеты поступают на вооружение. Пока что новые истребители. Сейчас сделаем еще и новые штурмовики. Потому что у нас появились новые техи авиации. Отлично. Добавляем огнеметные танки в наши обычные танки. Нам, кстати говоря, их нужно по ощущению даже еще меньше. Что, я думаю, в принципе, это время настало. У нас тут, слушайте, еще один перк, кстати, вот тут есть. Дадим ему, конечно, мастера снабжения. Проверим, чтобы точно все были реализованы пункты снабжения. И да, мы, я считаю, практически готовы перейти в наступление. У Франции уже не осталось авиации. Боеспособность ее армии, я просто не знаю, в каком сейчас отвратительном насколько состоянии. Просто посмотрите на то, сколько они потеряли. Это просто, ну, невозможно. Насколько это огромные потери были, господи. Вот, ну, французы вот такой вот танк придумали, реально. То есть. И по людским потерям тоже, скорее всего, огромный. У нас, конечно, понятное дело, тоже имеются потери. Но это просто несопоставимо. У нас всего две танковые дивизии. Но я думаю, даже их будет хватать, чтобы пробивать. Ну-ка. Да, просто посмотрите на этот ужас, что происходит с французскими дивизиями. Конечно, здесь авиация очень сильно еще работает. Но я думаю, заслуги вот этих танков отменять просто, ну, не стоит тоже. И мы будем просто без остановки идти вот сюда. В то время как эта пехота может начать свое тоже наступление параллельное. Шучу, ладно. Может, здесь какое-то говно по... Они вот здесь вот атакуют. Поэтому вручную, вручную. Но танков... Я даже не знаю, кто их может остановить. Наверное, никто в этом мире. А еще они быстрые, как черти. И поэтому... Да, господи, посмотрите на эту скорость. Мы сейчас просто капнем в Нидерланды, а французы даже не заметят. Им еще только-только доносят о том, что, так сказать, их вот здесь вот пробили, а в Амстердаме уже, небось, танки, как говорится. Да, начинаем их здесь вот стеснять боевыми действиями, но вообще нам бы вот сюда как-то пройти и немножко чуть обезопасить туза нашим танкам, хотя я думаю, все должно быть окей. Кроме того, сюда пересылаем авиацию, чтобы авиация тоже помогала танкам в их нелегком деле. У них кончилась организация, поэтому они не пробили здесь. Но очевидно, что это из-за того, что они потеряли много при наступлении. Надо будет еще взять вот этот вот бафчик себе. И мы смогли форсировать Рейн на севере. Ладно, не Рейн еще пока что. Тем не менее, форсировать оборонительную линию мы смогли. И сейчас пробиваемся сквозь вот эти вот орды французов. Здесь же я вижу, что можно перейти в наступление вот сюда. И здесь мы тоже сможем пробиться и дестабилизировать их ситуацию на фронте. И да, у нас не хватило войск на то, чтобы идеально все сделать, поэтому нас немножко подокружили, но эти дивизии еще удачи им пробить. Авиацию все отправил в Нидерланды, чтобы у них была, так сказать, полная помощь. Еще можно вывести, кстати говоря, флот и немножко помогать с моря тоже. И я смог деблокировать вот эти дивизии. Здесь, конечно, да. Чуть грустнее у этой дивизии, но она все еще вроде как и должна выйти. Да, так и происходит, она выходит, но, конечно, состояние этой танковой дивизии желает оставлять лучшего. Ну, что поделать. Ну, какие-то силы французов мы успели окружить, и на самом деле не маленькие, но, конечно, хотелось намного большего. Ну, как получилось, так получилось. Германия, кстати говоря, по-моему, уже супер близко, да. Вестфалия, Рейн, Мозель и Саар. Остается нам. И, кстати, да, мы смогли вот здесь вот пробиться, так что можем продолжать наше наступление и дальше. Тут есть фортификации, но у нас все наши пехотные генералы имеют мастера штурма. Так что, думаю, это не вызовет у нас никаких проблем. Ну и вот и Нидерланды капнули. Ну и мы выбиваем немцев. Точнее, освобождаем последние немецкие территории, выбиваем грязных французов из них. Остается немного, кстати говоря, Эльзас. Нам непосредственно не нужен. Нам нужно Рейн и Саар отбить. То есть буквально чуть-чуть.
Всего чуть-чуть нам остается до того, как мы сможем провозгласить объединение Германии. Но у нас есть, по ощущениям, возможность сделать окружение теперь вот сюда. Называемый... Слушайте, у нас ситуация, в принципе, недалека от исторической, которая произошла. Сейчас реально сделаем под Арденнами, так сказать, узловой проход, и, в принципе, это... В принципе, будем таковыми. Ой, у нас появляется дивизия ядерного оружия. Не очень понятно, что это, но давайте выберем лидера Атомваффена. Смотрите-ка, радиоактивные материалы, ракетные площадки, ядерные реакторы. Бонус исследования атомной технологии. Ну, мы как раз начали тоже их исследовать уже. И вот он, лидер. Ядерное исследование, либо ракетное. Ну, нам нужны ядерные. И вот наши танки сейчас в Люксембурге уже будут. Эта дивизия, конечно, да, ей не хватает некоторых танков, но мы с этим сейчас справимся. Зато они все еще крайне-крайне боеспособны. Просто посмотрите на эти штаты, как говорится. О, да. О, да, в скобочках без второй доктрины такое говно. Ой, получим баф на атомное исследование. Кстати говоря, наверное, я их и применю к текущему, потому что по ощущениям их можно будет нажимать несколько раз. Но это не точно. Если нельзя будет нажать второй раз, тогда, очевидно, не применю, чтобы потратить на то, чего у нас вообще еще и даже нету. И вот очередное окружение. И, по-моему, пахнет создание Германии. Да! Объединение Германии. 500 тысяч собравшихся объявило провозглашение новой объединенной Германии. Германия превыше всего. Так, мы эту операцию можешь собирались сделать, но нет. Давайте-ка сразу в день реставрации. И окружаем французские войска, причем здесь еще немало танковых войск. Бельгия. Прекрасно. В то время как наши вот эти танки могут, в принципе, двигаться дальше. Кто им, как говорится, помешает. Итак, есть оно. У нас Вильгельм II. Ура, товарищи. И у нас тут есть вариант объединитель. Это поддержковые фабрики. И здесь ТМП и исследования. ТМП вообще круто. То, что у нас еще тут раскол произошел. Ну, я думаю, пойдем сюда, потому что здесь, черт возьми, 1,5% военнообязанного населения. И здесь у нас скорость военных заводов, которые мы будем строить. И у нас здесь организация. Так что да, возрождение абсолютизма началось. И вот французы здесь все добиты. Прекрасно. Теперь, я думаю, можем уже и галочку вот эту нажать, кстати говоря. Да, Бельгия капитулирует. И мы можем уже выйти в Париж. Я, в принципе, туда, наверное, буду сейчас отправлять свои войска. Единственное, я, конечно же, добью вот эти вот все французские окруженные войска. Здесь все эльзасской-то этой линии Мажино нету. А значит, мы можем спокойно ее штурмовать. И вот, мама, я в Париже. Сейчас произойдет. А, вот оно. Падение Парижа. Шпионский крах, часть 2. Так и есть. И самый главный крах сейчас будет население, потому что Франция потеряла в этой войне 2 миллиона, почти 2,5 миллиона уже. Я думаю, мы в момент окончания войны сможем, так сказать, набить нужное количество фрагов. И будет 2,5 миллиона потерь населения. Это крайне огромная потеря для Франции. И да, я могу нажимать эту кнопку, судя по всему, сколько хочу. Поэтому мы делаем вот так и теперь применяем баф здесь. Супер. А там исследования у нас будут очень быстро идти. И добиваем французов в Эльзасе, благо, опять-таки, Мажино нету. Им там сейчас дефаться нечем. И слушайте, я ждал криптового мира с французами, но его нету. Так что придется, видимо, добивать прям все подряд. Ну, я-то не против. И вот, ну, как я и говорил, 2,5 миллионов достигаются. И Франция будет сдаваться вместе со всей своей колониальной империей, я полагаю. И... Да, Вестфальский договор, в общем-то, да, все-таки скриптовая есть. И тут, смотрите-ка, произошел вот такой вот скриптовый договор. Францию разделили на несколько стран, причем интересных. Мне показалось, тузовая Франция, ну, бывает, бывает. Причем, да, Эльзас нам вернули, здесь тоже территорию нам дали, получился некий, так сказать, Кайзеррайх. Ну что, пора заниматься, я думаю, Британией. Отправляем мы сюда сейчас войска. Портам, я думаю. И танковые в том числе сюда. И у нас, да, новый порядок наступает. Прекрасно. Пора, да, пора Британии заняться. Что Британии по флоту, кстати говоря? Ну, как будто неплохо, но сейчас узнаем. Самое главное, что с авиацией у них все очень плохо. Значит, у нас, в принципе, преимущества реального, наверное, не будет. Давайте сразу попробуем захватить преимущество в Ла-Манше. Думаю, да. Мы уже можем высаживаться, но... Ну давайте же
еще немножко унизим Британию. Подготовка займет 14 дней, то есть 2 недели. Можем заодно вот эти бафы взять. Я бы, если честно, хотел вот эти вот бафы, потому что здесь 10 урона и 10 скорость флота. Это очень сильно, просто супер сильно. У нас нет ни доктрины, ничего, но я думаю, я не волнуюсь. Рейды сопротивления? Да вы шутите. Да вы шутите. Ну, ладно. Будем тогда заниматься. Специально для Франции мы, пожалуй, сделаем 4 дивизии военной полиции. Думаю, да, будет достаточно просто. Конечно, мы прямо сейчас просто сделаем, наверное, как-то вот так. И сюда направим дивизии. Вообще, да, чтобы со всем этим бороться, сюда просто 4 коня сделаем. Ну и вот мы давим сопротивление. Это не позволяет сопротивление совершать рейды в этом регионе. Да, меня такое устраивает. Следующий регион. И последний регион. В общем-то, как будто ничего сложного на самом деле. А вот, кстати говоря, и бой с англичанами. Вот, еще один бой с англичанами. И по ощущению, да, они в помоечку улетают. Это меня более чем устраивает. И еще один бой. И еще один отлет в помоечку. Кстати говоря, охранения у нас не хватает, но у них тоже. Ну, я над этим работаю. Мы строим только эсминцы уже очень давно. Но пока как успеваем, так успеваем. Да, британцы, я думаю, теперь еще и унижены. Это у нас даже не было никаких доктрин, просто мы сделали один стак, а бот нет. Ой, господи, я не нажал эту кнопку все это время, но нажал. У нас появился новый какой-то фельдмаршал. Давайте посмотрим, что это такое, фонданцик. Ну, слушайте, учитывая, сколько у нас фельдмаршалов, то как будто он нам сильно и не нужен. Вот я уже задеплою коней сюда, мы можем теперь продолжать давить сопротивление. Просто вот так вот передвигаясь по Франции. Достаточно казуально. Кстати говоря, можем тут еще сделать пост военный фокус с Франции. Можем сделать вот это вот, все сопротивления, либо сделать гестапо. И мне кажется, звучит неплохо для нас. И британцы реально взяли и пошли высаживаться. Безумные безумцы, реально. Я вам сейчас покажу, как надо высаживаться, британцы, не волнуйтесь. По факту они просто дали нам повайпать их немножко. Как бы, а, ладно. О, католические мятежи, кстати говоря, слабее, я понял. О, вот оно, смотрите-ка, французская оккупация. А? Чё, я не хочу все такой дебаф иметь. Или это им? Понятно, лучше не нажимать, наверное, эту кнопку. В принципе, флот мой восстановился уже, давайте-ка вернем его сюда. Ставим ему вот так. И отделим просто вручную те два корабля, которым еще нужна починка. И добьем британский флот, который какой тут только есть. Чтобы точно за собой на море установить, как говорится. Тут еще, конечно же, подкачаем доктрины немножко, но это пыль уже, честно говоря. Господи, там что-то вылезло, и я пропустил, к сожалению. Какой ужас. Ладно, мы вроде как готовы, наверное. Да, тут повайпали немножко Британию казуально. Поехали. Устанавливаем тренировки. Эту дивизию на приказ не ставим. Какие-то микросражения были. Но давайте просто поддержку морского вторжения, чтобы они всех полностью сопровождали. И, господи, итальянцы, что ли? Здесь итальянцы не едут. Но мы едем точно. Авиация тут на месте. Тут давайте-ка немножко самолетов сюда переправим. Вы все вот туда. Да, британцы реально выстки еще делают, господи. Помилую тех, кого они отправляют на убой. И мы просто, да, просто проносим их, конечно же, потому что, господи, мы отправили туда танки. Я думаю, нам даже не надо туда пехоту досылать. Я просто сделаю вот так на третьей скорости. И, ну, я не вижу ни единого у них шанса на спасение, как говорится. Так что, да, пускай справляются там. Просто, ну, мы их настолько быстрые, насколько скорость у дивизии. Все еще мы в скорость не сильно вкладывались. Объективно говоря, у нас танки медленные. 8-9 них КВ, что-то такое. Но все еще из-за бафов всяких мы достаточно быстро их забираем. И да. И да, Германия, точнее Британия капнула, и у нас теперь здесь оккупация. Прекрасно для нас. Испания все еще с нами, кстати говоря, воюет. Это забавный факт. Стоит, наверное, ей заняться.
А вот мы можем сделать тайную государственную полицию в Эльзасе, Люксембурге и в Косово. И давайте-ка присоединим теперь всех, потому что мы сюда дивизии наши отправили. Теперь, да, они находятся в войне. Можем спокойно теперь Францию... Точнее, Франции капнуть Испанию. А Италия нас решила предать, черт возьми, итальянцы, как обычно. Но мы с ними сейчас разберемся. Хотя давайте-ка, пожалуй, что все это доделаем в следующей серии. Испания, Италия. И, конечно же, останется нам еще Россия. Ну, Германия такая уже чонки, так сказать. Такая солидная. Солидная у нас уже Германия и по промке, и по дивизиям, и по всему. Так что, ребята, с вами был Дабгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, Твич, Дискорд, ничего не забывайте. И до скорых встреч. Пока.